В святую святых всех любителей пенного напитка пивзавод пускают под тщательным контролем. Журналистов и приодели, и переобули, и проинструктировали. Пальцев производства не совать. За всеми стадиями пивоварения тщательно следят, в том числе за качеством сырья. Только натуральные ингредиенты – хмель, ячмень, дрожжи, вода. Кстати, 100% солода закупается исключительно в России. За год на заводе его уходит более 38 тысяч тонн. Объем инвестиций в предприятие за последние года – более 170 миллионов евро. Такая модернизация дает высокий объем производства, что вполне оправдано спросом, и активное пополнение казны региона. Предприятие является одним из лидеров в социально-экономическом развитии области с точки зрения вклада, который предприятие вносит. Это поступление акцизов, прочих налогов в бюджет области. Ну, я считаю, что порядка больше 4 миллиардов рублей заплачено только за прошлые годы. Завод выпускает 5 миллионов гектолитров в год. Удивительно, что при этом на производстве относительно небольшой штат. С одной стороны, небольшая численность, там 260 работающих, но параллельно с ними они обеспечивают работой, ну, по подсчетам, порядка 3000 человек в смежных отраслях. Это транспорт, это торговля, это логистика, многие другие направления. И, соответственно, тоже можно посчитать косвенные доходы, налоги, многое другое от работы этих предприятий. Лучших сотрудников награждают почетными дипломами за заслуги в развитии пивоваренной отрасли. Юлия Короткова, Сергей Пермовский. Объективно, ННТВ.